Награда нашла своих юных героев. В Самарской городской думе в торжественной обстановке наградили победителей смотра конкурса школьных музеев. Ученики 21-й школы точно знают, что их музей назван в честь героя, и берут с него пример не только в жизни, но и в одежде. В первую очередь Виктор Сергеевич Антонов – единственный в Поволжье кавалер 4 полководческих орденов. И все-таки он воевал и прошел всю войну, и все-таки музей боевой славы, мне кажется, скорее. И поэтому мы оделись здесь в военную форму. Смотр-конкурс школьных музеев уже 5 лет мотивирует ребят на поиск и создание новых экспонатов. Самарская городская дума поддерживает интерес школьников к прошлому. На этот раз конкурс был посвящен 430-летию со дня основания Самары. В этом году 24 музея приняли участие в соревновании на звание лучшего музея. С победой в 5 номинациях организаторов и методистов поздравила председатель Самарской городской думы Галина Андреянова, а также оценила трудоемкую работу, проделанную школьниками. Смотр-конкурс показал, что сегодня школьные музеи являются важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса, базой углубленного изучения родного края, массового включения учащихся в краеведческую деятельность. Самарские школьные музеи – это наибольшие исследовательские центры по сохранению, возрождению и развитию культурно-исторических традиций. Музеи боевой славы занимают особое место среди школьных хранилищ истории. И таких музеев в Самаре появляется все больше. В 2015 году еще 19 школ присоединились к большому музейному движению и привлекли учащихся к изучению истории родного края, народа и своей семьи. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.